Бывает очень тяжко, когда у пациента такой кружевной череп, да, и вот все его изгибы, особенно если это атрофированная мышца, плотно прижимающая каньон наших черепов, дают достаточно сложно, приходится ее изгибать, извивать для того, чтобы добраться вот до латерального края. Да, до латерального края. Угу. Вот, и сейчас мы пойдем заполнять вот этой части. Все. И тоже так же порционно. Да, 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 мелкими трассирующими такими между волокнами связки. Угу. Вспоминаете, да? Угу. Между волокнами вот так мелко трассирующие. Выкладываем, выкладываем. Вот он самый, этот кружева, который я так не хотела встретить на своем пути. Угу. И сейчас все, я доберусь вот сюда. При этом мне нужно аккуратно вести конюли, чтобы не сместить введенный в скуловую область препарата. То есть такой вот аккуратизм у нас должен быть. Тут сильно рьяно не разойдешься. Вот, и смотрите, моя канюля сейчас, вот она под латеральной контальной связкой, и мы сейчас введем. Да, 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 вот, вот, вот. И начинаем вводить препараты, я прям чувствую, как он выходит. Вот. И мы создаем иллюзию дотачивания костной ткани, проекции и резорбции. Вот и чуть-чуть сюда. Вот так. Так. Так, выходим из пациента для того, чтобы оценить ситуацию. Угу. Так. Так, ну вот, смотрите. Вот. Вот. Чуть мы головушку приподняли. Ну, да. Да? Отлично. Вот. Поэтому достаточно. Я считаю, что достаточно. Ну, что, учитывая, наверное, поэтому грыжи, подождите, пока с зеркалом, да. Да, 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 особенно грыжа. Надо, да? Лучше не до этого. Вот, поэтому я сейчас вернусь сюда конюли и осуществлю, раз нам больше на орбиту не надо, осуществлю все-таки введение, которое мы запланировали.